Битва метателей. Тик против Динамайка. Бой не на жизнь, а на смерть. Мы да уж. О. Хотите прикол? Он не ожидал. Здрасте. Блять, я не заметил, что он в теле. Телепорт пошел. Ох, ох же ж. А? Ну вы гляньте на него. Бьюсь, блин, против бота. А боты какие-то реально жесткие становятся. Все чаще и чаще боты становятся жестче. Сильнее, понимаете, стоит. Да уж. Ну, можно полетать пока. Разве что. Ляп. Я летаю, ща я какашка. Ну все, он меня не победит. Ну что он сделает? Ему уже все. Да? Ну да. Слава богу! На одну не догнал, вот зараза. Да, ну кажется, сумасшедшая. Как я ее себе думаю? Это не чья-то, ребят. Видите, вот один бот стоит. Это моя карта. Кот-наркот. Давайте поиграем на остальных картах. Ну, это карта изичная какая-то. Go. Ну, видите, ну, я... А вот это уже карта поприкольней, но тоже говно. Вот это мне прикольно еще нравится. Тут надо только ломателей. Ну, и карта, конечно же, прятки. Я думал забабахать вам режим на канал, но что-то... Вам не понравился режим 1:1. Поэтому всем до свидания. Прятки говорят. Погнали, сыграем на карте Go. Ну, тоже 1:1. То есть я с ботами буду биться, но он 1:1. Так, кого взять? Да, ну, конечно же, Эдгара. Кого, ёлки-палки, взять сюда? Только Эдгар сюда можно набрать. Ну как, Эдгар? Сто, это такая жопа в этом режиме. Ой-ё, то за что я тут появился, алло. Блин, вот я не рассчитал, что тут есть люди, которые могут попасться, и все. Иду по тропинке, ля-ля-ля. Опять пою. Бля, вот это жалко. А нафиг тогда контур сделали, что там пробить можно через черепки? А, ну а как? На самом деле нельзя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иду по тропинке, ля-ля-ля. Бля, ненавижу. Мне опять гаджет тратить. Хрен тебе там в жопе застрял. Хрен тебе там. А все, он не поймает. В чем прикол? Гляньте, его словить невозможно. Ты сразу же гол забил. То есть это, ну, это такая карта. Да, ребята, это каждый день строю какие-то сумасшедшие карты. Давайте попробуем на карте про. В чем прикол? Да-да-да, я всех зачеркиваю 1:1. А тут... Тут говорят, что нужна Макс на моей карте. Это вот это и вот эта штука нам нужна.